Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Я рада вас приветствовать в нашей волшебной мастерской. Сегодня мы с вами изобразим летние цветы. Для этого нам понадобится цветной картон, желательно темного цвета, втулка от бумажного полотенца, краски, гуашь, ножницы, емкость для краски, кисть. Итак, начнем. Берем втулку и начинаем по окружности нарезать вот такие полосочки. С ножницами работаем аккуратно. Заготовку я сделала заранее. Загибаем надрезы кверху, вот так. И аккуратно опускаем в емкость с желтой краской. И делаем отпечаток на бумаге. Отпечатывать надо 2-3 раза на одном месте. Тогда ваши цветы будут более объемными, пышными. Сделаем еще такой цветочек. Получится у нас с вами целый букет одуванчиков. Стебель нарисуем кисточкой. Наберем зеленую краску. И проведем стебель с листиками, сделаем. Рисуем листики. Вот такие красивые одуванчики у нас с вами получились. Вы отлично поработали. Я буду вас ждать на другом занятии.